отличку. Начнем проверить, что кликер работает. Прекрасно. Еще раз всем привет. Давайте продолжим предыдущую лекцию про статистический вывод и про эксперименты. Сегодня начнем с анализа номинативных данных. Кто мне скажет, что такое номинативные данные? Кто-нибудь помнит? Угу. Ну, примерно, да. Ну, примеры приведите номинативных данных. Ну, типа того, да. Ну, соответственно, такие данные есть, их довольно много. И если у нас данные представлены в данной шкале, то мы тоже можем строить гипотезы и, собственно, что-то анализировать. Пример гипотез, который мы можем статистически провалидировать, это, ну, например, кто чаще посещает службу знакомств, там зависит ли что-то там от дня недели, как, не знаю, вот, может быть, вы часто видели всякие статьи про то, что британские ученые определили, что там женщины меньше попадают в ДТП, чем мужчины, более аккуратно масштабуют, поэтому дешевле страховка. Вот. Чтобы отвечать на такие вопросы, нужно уметь анализировать номинативные данные. Ну, соответственно, это в основном анализ частот получается. То есть мы, ну, когда у нас данные представлены в номинативной шкале, в основном мы работаем именно с частотами встречаемости того или иного, ну, собственно, значения. Чаще всего у нас ставится задача понять, насколько у нас эмпирическое распределение отличается от теоретического. Ну, то есть такая типичная табличка для номинативных данных. То есть предположим, что у нас был опрос за смертную казнь и против смертной казни. И нам нужно понять, статистически достоверно ли отличаются, ну, голоса «за», так сказать, внедрять ли нам эту правовую практику или нет. Как мы можем это сделать? Так, как вам кажется, статистически достоверно на глаз отличаются они или нет? Ну, еще раз, эмпирически это вот как проголосовали. Было 50 респондентов. Ну да, то есть это, механизм-то как бы не отличается. Он, тот, который я описал на прошлой лекции, он в принципе для проверки всех статистических гипотез в частотной статистике работает одинаково. У нас есть H0, H1, у нас есть, ну, собственно, какой-то критерий, который мы применяем, и, ну, соответствующее ему распределение, на основе которого мы как раз считаем p-value. Ну и, собственно, получаем результат, формулируем какой-то статистический вывод. Если мы говорим про параметрические критерии, потому что дальше мы говорим про непараметрические критерии, все, что связано с параметрическими критериями, работает именно по такому принципу. В данном случае что мы делаем? Чтобы проверить гипотезу, мы вводим другое теоретическое распределение. Ну, в данном случае это, как вы видите, равномерное распределение. И сравниваем с ним. То есть гипотеза формулируется, отличается ли наше эмпирическое распределение, например, от теоретического распределения. В данном случае равномерное распределение. И в основном для этого используется так называемый стат-критерий хи-квадрат. Его расчет довольно простой. Как вы видите, это просто нормированная разница частот в квадрате. Между эмпирическими и теоретическими, ну, собственно, частотами. Ну, берется сумма. А дальше все работает точно так же.
мы посчитали эту статистику, взяли распределение, ну, соответствующее хи квадрату, хи квадрат, и, ну, собственно, посчитали p-value, сформулировали вывод. В принципе, это очень часто встречающаяся статистика, вам ее рекомендую запомнить. Его можете использовать также для проверки типа распределения. Например, помните, я говорил о том, что для того, чтобы применять, например, студента критерий, нужно знать, что ваше распределение соответствует нормальному. Ну, при помощи хи-квадрата, если вы введете просто теоретическое распределение, ну, пишете его частотами нормального распределения, то вы можете, собственно, сравнить ваши полученные частоты с нормальным распределением и, ну, собственно, сформулировать статистический вывод. Отличается ли он статически достоверно от нормального или нет. Ну, вот как-то так. В Spark это тест реализован. На самом деле у него довольно в Spark ограниченный с точки зрения стат-вывода пакет. То есть там, вот, как я говорил на прошлой лекции, у него есть возможность считать всякие корреляции. И в данном случае пример использования хи-квадрата для того, чтобы понять, какие фичи нам более интересны с точки зрения построения алгоритма машинного обучения. То есть, смотрите, вот у нас есть матрица, где есть как бы лейбл и фичи. Мы формулируем гипотезу о том, что, ну, собственно, для нолика, для одного класса и для другого, ну, собственно, частоты распределения между фичами отличаются, ну, между каждой с каждым. Ну, собственно, применяем критерий хи-квадрат, находим те фичи, распределение которых сильно отличается между этими классами. Скорее всего, они будут наиболее значимыми с точки зрения построения какого-нибудь классификатора. Понятен момент? Не очень. Вот смотрите, когда вы строите классификатор, да, например, или применяете какой-то алгоритм машинного обучения, чаще всего вы пытаетесь, ну, собственно, если говорить про бинарный классификатор, построить алгоритм таким образом, который бы наилучшим образом разделял два класса между собой, правильно? Ну, очевидно, что если у вас довольно большое количество фичей, ну, либо вы их сами придумали, либо они вам нативно как-то получились, исходя из логики решения задачи, что не все из них одинаково хорошо, во-первых, позволяют разделить эти два класса. Но, как вы, наверное, помните, что у нас при большом количестве фичей возникает проклятие размерности. Короче, надо размерность сократить. Нужно отобрать значимые фичи, да, и сократить размерность. Можешь. Тогда мы теряем интерпретируемость и вводим дополнительный сложный алгоритм вместо применения простого стат-теста. Ну и плюс это довольно намного сложнее внедрять после этого в продакшн, после PCI, если у вас есть дополнительный PCI под преобразование. Поэтому мы можем посмотреть, какие фичи по двум этим классам сильнее всего отличаются друг от друга. Типа, если они никак не отличаются, то их распределение, скорее всего, они никакого вклада в предсказательную способность алгоритма не внесут, поэтому их можно выкинуть. Ну и говорит вам про потенциальную значимость фичей, да. С точки зрения построения, например, классификатора. До этого мы в основном говорили про параметрические методы. В чем, собственно, есть как бы два класса: параметрические и непараметрические методы для стат-вывода. Параметрические методы все основаны на, как вы, наверное, догадались, на параметрах. Параметрах какого, ну, сравнить с параметром какого-либо распределения. Ну, это могут быть частоты, это могут быть средние дисперсии, если мы говорим, например, про студента, там, или какой-нибудь тест Фишера, где сравнивается дисперсия.
там Стивенсона для этих биномиальных распределений. Тоже в основном все это сравнение параметров этих распределений. У нас есть два распределения, мы знаем, что это за распределение. Мы хотим понять, как параметры этих распределений отличаются между собой. Если они сильно отличаются, то скорее, ну, обычно мы можем как раз это задетектить при помощи этого теста. Но, ну, и понятно, что при таком количестве ограничений у нас эти методы имеют большую чувствительность, чем методы непараметрические, которые не требуют никаких ограничений на форму распределения. И вообще говорят, что нам типа пофигу, какое распределение. Просто можете их применять, и все будет хорошо. Кроме того, что у них более низкая чувствительность, и они более затратны вычислительно. Начнем с критерия Манна-Уитни. Ну, смотрите, помните, что у нас есть как бы зависимые выборки и независимые выборки. Чем они отличаются? Ну, давайте просто по-простому, как я тогда объяснял. Ну, чаще всего правило довольно простое. Если вы делаете повторное измерение на одной и той же выборке, значит, это зависимые выборки. Применять критерии для зависимых выборок. Если выборки разные, то, ну, то есть, грубо говоря, какой-то рандомный сплитинг был у вас, то применяйте критерии для независимых выборок. Ну, такое довольно простое эмпирическое правило. Потому что, ну, какие-то... Понятно, что понятие зависимости и независимости, оно довольно сложное. В анализе экспериментов обычно следует такому правилу. У Манна-Уитни как раз непараметрические критерии для независимых выборок. То есть все то же самое, H0, H1, все тоже p-value, критерии, распределения, но мы не знаем, ну, собственно, какую природу распределения в наших данных изначальных. Он основан на простой идее. Смотрите, у нас вот есть две выборки, выборка X, выборка Y. Происходит, ну, собственно, какой-то механизм ранжирования применяем к обеим выборкам. И смотрим, насколько равномерно у нас в получившемся совместном ряде, или ряду, ряде, распределены значения x и y. Ну, типа, самый крайний случай, все они, значения x больше значения y, или наоборот, значения все y распределены больше, чем все значения x. Сейчас будет понятнее. Посмотрите на эту формулку. Сейчас я объясню, что там что значит по шагам. Смотрите. Вот наша изначально отранжированная выборка для, собственно, двух кейсов, для x и для y. Мы ранжируем. Дальше выписываем отдельно ранги в получившемся общем ряде для каждой, ну, собственно, кейса для x и для y. Дальше, собственно, вычисляется сумма рангов получившихся. Дальше вот по формулкам, ну, как вы видите, они идентичны. Отличается только объема выборки. Высчитываем значение критерия для выборки x отдельно и для выборки y.
выбираем наименьшее, которое является нашим в данном случае стат-критерием, который мы используем для формулирования содержательного вывода статистического. То есть основная идея, еще раз, берем, объединяем в один ряд, сортируем, смотрим, насколько равномерно или неравномерно значения из двух этих рядов располагаются в общем получившемся ряду. Дальше процедура точно такая же. То есть с точки зрения, если говорить про интерфейс, у вас есть какой-то критерий, данные, критерий. Формулируете, гипотезу, применяете критерий, получаете p-value, формируете содержательный вывод. В данном случае, если посмотреть на получившееся, значение p-value, чем отличается вообще, что вообще такое вот этот p-value, кто мне напомнит? Площадь распределения. Угу. Что за распределение? Ну вот нормальное распределение, например, у нас есть. И если мы нашли p-value меньше 0,5, то это какой-то хвостик, там кусочек маленький. Его площадь меньше 0,5 получается. То есть это означает, что у нас это случайно получилось, с очень маленькой вероятностью. А вот это случайно получается. Ну, вероятность получить данный результат случайно, да. Только тут стоит понимать, еще раз напомню, что это не обязательно нормальное распределение, далеко не, чаще всего не нормальное распределение. То есть, когда все эти критерии, то есть, что это такое, мы говорим, что у нас есть наши данные, мы придумываем какой-то такой критерий, который, описывает какую-то, позволяющий нам сравнить эти данные, грубо говоря, с юнитом, там разница средних, нормированная там, на дисперсию, да, и говорим, что вот этот новый критерий, он подчинен какому-то распределению. Ну, там в том случае это распределение student, например, или там хи-квадрат. И вот уже в этом распределении, когда мы посчитали критерий, мы используем его для того, чтобы посмотреть, в каком месте этого распределения, собственно, получилась наша вот эта точка, которую мы считали, критерий. И уже от нее, считаем вот эту вероятность. Понятненько? Ну, то есть, еще раз, есть данные, у них есть какое-то распределение, какой алгоритм вообще общий. Если мы знаем распределение и можем доказать, что оно нормальное, например, то можем применять параметрические критерии. Параметрические критерии — это когда мы используем и сравниваем параметры распределений между разными выборками, а не сами данные. Мы используем какое-то другое третье распределение, например, распределение студента, которое как раз позволяет нам сравнить разницы средних между нашими изначальными распределениями и сказать, насколько они достоверно отличаются между собой, как раз используя вот этот механизм. Если мы не можем доказать, что наши распределения нормальные, например, или подчинены какому-то другому закону, или не хотим просто это делать, потому что нам не нужна такая высокая, чувствительность, то мы можем использовать непараметрические критерии. Тут, как вы видите, все в основном завязано на ранжировании каких-то переменных и подсчете каких-либо другого типа статистик. Вот эти статистики, они тоже предполагаются, что они подчинены, какому-то распределению, которое мы посчитали. И дальше механизм ничем не отличается. То есть также мы посчитали статистику, также взяли распределение, также посчитали этот p-value. Понятен этот механизм? А те, кто не понял, я могу еще раз попытаться еще раз объяснить. Все понятно? Ну, прекрасно. Значит, сами справитесь дальше. Это для проверки, да, что мы правильно посчитали критерий. Да, это чисто для того, чтобы почекать, что поделили, умножили, сложили правильно.
Теперь говорим про, поговорим про Вилкоксона. Это также критерий для двух выборок, но уже зависимых. Идея еще более простая. Смотрите, у нас есть группа 1, ну или условия, ну в данном случае не группа 1, а условия 1, потому что группа-то одна и та же. Поэтому условие 1, предположим, не знаю, психологии такое любят, когда у нас есть какая-то, в лонгитюдных исследованиях особенно, когда у нас есть какая-то группа, например, класс 1, сначала, не знаю, там обучают по одной программе, что-нибудь замеряют, потом обучают по другой программе, что-нибудь замеряют. Вот, таким образом у нас как бы есть, ну, собственно, одна выборка зависимая и два каких-то условия, которые мы хотим сравнить. Ну вот есть какие-то значения, предположим, для условия 1, для условия 2 измеренные. Дальше считается, ну, собственно, разница значений, переводится в ранги, в ранговую шкалу. Как вы видите, тут есть числки, которые нету тут. Все заметили? Это решается проблема одинаковых рангов. Таким образом, ну, собственно, берется, если ранги совпадают, берется некоторое промежуточное значение, вводится. Ну, видите, минус 8 и минус 8, да? Для того, чтобы перевести в ранговую шкалу, нужно ввести некоторое промежуточное значение, ну, при совпадении одинаковых рангов. Ну, ну. Потому что это ранг. Ну, помните, как нам перевести, давайте еще раз, как нам перевести числовую переменную в ранговую? Сортировать и потом просто проранжировать. Ну, если мы отсортировали, мы уже проранжировали. Ну, в смысле проиндексировать. Ну, потому что когда мы отсортировали, проиндексировали, мы таким образом уже, ну, собственно, индекс задает нам в данном случае ранговое отношение. Понятненько? Ну, ну, типа того, да. Почему у нас минус 1 мы производим ранг 1? Мы так захотели? Потому что там модуль. Ну, собственно, дальше отдельно рассматриваются положительные и отрицательные ранги, выписываются. Ой, извините, не положительные и отрицательные ранги. Что еще раз? Лучше бы не объяснил. Короче. Дальше рассматриваем отдельно положительные и отрицательные ранги. Извините, эти разные. Оговорился. Разности. Для, собственно, между элементами. Дальше просто считаются суммы рангов для положительных и отрицательных, ну, собственно, разностей. И за эмпирическое значение как раз применяется также меньшая сумма. Ну, то есть довольно простой алгоритм. Мы считаем разности, считаем ранги. После этого отдельно рассматриваем положительные и отрицательные разности. И в ранговой шкале считаем просто суммы для положительных разностей и для отрицательных. И
берем наименьшее и считаем это нашим стат-критерием. Ну, как вы видите, это тоже критерии, основаны на приводе значений в ранговую шкалу. Ну, соответственно, в принципе, это в каком-то смысле эквивалентно сравнению медиан. Можете так это рассматривать. Скорее всего, выборки, у которых, ну, если мы формулируем одностороннюю гипотезу больше-меньше, скорее всего, этих, ну, даже при двухсторонней гипотезе, эти медианы у этих двух выборок будут, если они, ну, по стат-критерию отличаются, скорее всего, тоже будут отличаться. Ну, в соответствии с вероятностью стат-критерия. Окей, теперь поговорим про экспериментальные планы. Потому что вот это все до этого математика была про то, как сравнить уже полученные результаты. Но немаловажно это правильно организовать эксперимент по получению этих данных для того, чтобы потом было что сравнивать. И даже понять, что сравнивать, это тоже отдельная задача. Самый простой экспериментальный план. Сейчас это в основном, ну, стало популярно в маркетинге, в маркетинговых разных исследованиях. И используется следующая аббревиатура – АБ-тестирование. Плюс это еще в UI-ных исследованиях тоже очень активно эксплуатируется. Есть даже всякие стартапчики о том, какой автоматически подбирает всякие адаптивные элементы интерфейса, типа какого цвета сделать кнопочку, какой формы она должна быть, круглая, квадратная, где она должна бы располагаться, где у вас будут больше денежек приносить, если кнопку Payment поставить сверху или снизу страницы. Вот чтобы на такие вопросы отвечать, ну, как бы хотелось бы какой-то подход. Эксплуатировали вот как раз мат-аппарат, который до этого был описан. И простейший способ организации такого типа эксперимента — это разделить нашу выборку на две части — А и Б. А дать один вариант, Б — другой. Потом, как вы уже знаете, каким мат-аппаратом сравнить, отличаются они или нет. Какие минусы? Хотя ладно, давайте по минусам. Хотя давайте прямо сейчас. Какие минусы этого подхода могут быть? Могут быть не одинаковы. Еще что-нибудь приходит в голову? Только два, да. Тоже проблема. Согласен. Ну еще давайте. Действительно, одна из проблем — это то, что мы в данном случае сравниваем только два варианта. Но как бы очевидно, что гипотез может быть несколько. Мы хотим сравнить сразу несколько гипотез. Их может быть, ну, собственно, кнопочка может быть как красной, так зеленой, так и черной, так и фиолетовой. Я про это не рассказывал, но в принципе существуют различные мат-методы для того, чтобы сразу делать многофакторный анализ. Наиболее популярный из них — это ANOVA, MANOVA. Из параметрических критериев. Я просто подумал, что не стал про это рассказывать, потому что на практике это практика. Ну, если вы не работаете в социологической службе в какой-нибудь, это довольно редко применяется. Обычно все делают попарные сравнения. Ну, и еще из непараметрических критериев для многофакторного анализа, например, какой-нибудь Краскалу Уоллеса может использоваться. Окей. У нас есть много гипотез, мы хотим их сравнивать, например, попарно. Тут возникает, есть некоторая проблема. К
когда у нас много гипотез, мы их сравниваем, у нас возрастает вероятность ошибки пропорционально, ну, собственно, количеству гипотез. Пропорциональность, ну, собственно, описывается вот этой формулкой. То есть, если у нас уже 5 сравнений, и мы выбрали альфу, ну, то есть, ну, собственно, около 0,05, ну, это, помните, вот здесь p-value, да, альфа — это вот как раз, ну, типа, вероятность, относительно которой мы, ну, считаем, что если ниже, то все окей. А если выше, то не можем отреджектить H0 гипотезу. И вот при таком уровне значимости и при 5 уже сравнениях у нас получается, что вероятность того, что хотя бы один из наших тестов сработает хреново, 22%. Да? То есть с ростом количества сравнений или без каких-либо модификаций растет вероятность ошибки. Ну, представьте, ситуация, в принципе, очень похожая, как с бинарным классификатором. То есть также есть вероятность то, что вы примете неправильное решение, ну, либо примете его false positive, либо false negative, либо в какую-то из этих вероятностей попадете. Вот, ну, с этим надо что-то сделать. Самое простое, что можно сделать, это использовать поправку Бонферони. Существует множество поправок, множество модификаций, которые фиксят различные проблемы, связанные с множественным выводом статистическим. Но поправка Бонферони самая простая и чаще всего на практике используют ее. Она довольно простенькая. Как вы видите, нам нужно просто для каждого сравнения уменьшить допустимый уровень значимости для принятия H1 гипотезы пропорционально количеству сравнений, которые мы используем. Таким образом, мы не увеличиваем общегрупповую ошибку, контролируем общегрупповую ошибку на том же уровне, на котором мы, собственно, мы хотели бы ее оставить. Ну, понятненько? Кто готов сейчас мне рассказать то же самое, что я рассказал? В чем суть поправки Бонферони? И вообще, зачем ее нужно делать? Но для каждой гипотезы новая будет альфа, она считается как альфа изначально, которую мы хотим использовать, да? Ну, тот уровень значимости, который мы для себя приняли, ну, считаем его адекватным. Для научных статей в основном используется 0,05. Ну и, собственно, количество сравнений. Ну, то есть, чем у нас больше гипотез, которые мы проверяем, красная, желтая кнопочка, зеленая, фиолетовая. Нам нужно сравнить, что лучше ли фиолетовая желтой, лучше ли там красная зеленой, лучше ли красно-фиолетовой, ну и так далее. Для того, чтобы у нас не было ложноположительных и ложноотрицательных срабатываний, точнее, или хотя бы мы их контролировали на каком-то уровне, делаем как раз такую поправку. Мы уменьшаем чувствительность вот этого критерия, уровень значимости для каждой отдельного сравнения взятого. Ну, пропорциональное количество сравнений. Помните по поправку Бонферони, если когда-нибудь будете проектировать систему АБ экспериментов, сейчас практически во всех крупных компаниях они есть, и будете придерживаться частотного подхода, это очень важная штука, иначе вы будете выстрелить себе в ногу, и будет плохо. Действительно, еще одна из проблем, которые могут быть при проектировании нашего дизайна экспериментов, это неэквивалентность выборок.
То есть вообще основа грамотного эксперимента — это рандомизация выборок. То есть мы считаем, что мы, ну, во-первых, наша подвыборка репрезентативной генеральной совокупности — это первая, так сказать, аксиоматика, которая нам нужна. Вторая, что при рандомизации мы получаем, ну, эквивалентные подвыборки по тому критерию, который мы хотим измерять. Но мы можем это же проверить, правильно? Как мы можем это проверить? Вот исходя из буквок, которые тут уже написаны, я думаю, вы уже должны догадаться. Предположим, мы делаем... Предположим, у нас вот есть рекламная кампания в каком-нибудь таргете заведенная. И, ну, как вы знаете, наверное, в настройках рекламной кампании есть разные параметры. И у нас есть несколько сетов параметров. И мы хотим понять, какой из этих сетов параметров лучший. И мы пускаем трафик на наши рекламные кампании. Хотим померить стоимость клика, например, CPC. Хотим взять с наименьшей стоимостью клика. Хотим понять, что обычным АБ-тестом нас он не удовлетворил. Есть подозрение, что наш алгоритм сплитинга аудитории работает плохо. Как нам проверить нашу гипотезу? Предположим, у нас вот есть user ID какой-то на вход. Не знаю, или кука ID, кука, например. Как бы вы рандомно засплитили эту аудиторию? Ну. Ставил 730. Алгоритм, в смысле какой? Ну вот у тебя как программиста задача. На вход идут поток user ID каких-то или cookie ID. Надо рандомно разбить на две подвыборки. Процент 2. Процент. Четное, нечетное. Окей, вот, например, хороший вариант. Рандомно. Давайте начнем с этого. Ну, там, насколько я помню, может быть, я вру, но насколько я помню, там берется хэш от row. Ну, row — это базовый как бы элемент датафрейма. И дальше по хэшу сплитится просто. Ну, действительно, самый простой способ — это ввести какую-то, например, ну, какой-нибудь остаток отделения, посплитить, что-нибудь подобное. Можно посплитить с солью, ну, то есть тоже важный момент, поясню. Если вы экспериментируете на одной и той же аудитории, то есть у вас есть рандомный сплитинг какой-то, например, остаток отделения, да, например, на 255, ну, 256, да, то если вы работаете не один в компании, а я могу предположить, что если компании понадобилась система АБ-тестирования автоматическая, то скорее всего, до нее довольно много народу. И, ну, соответственно, большая вероятность, что та выборка, на которой вы сейчас экспериментируете, участвует также еще в каком-то эксперименте. Поэтому хорошей практикой является подсаливание аудитории. Ну, то есть, что мы делаем? Мы можем, например, добавить какой-нибудь простое, например, число и, например, сделать какой-нибудь XOR с ним. Таким образом мы получаем другой тип разбиения, не такой, как используется в компании. Соответственно, как вы понимаете, если мы берем разные простые числа, ну, для каждого эксперимента, например, свое, то мы получаем ортогональное разбиение аудитории. Конечно, сейчас я, наверное, попробую нарисовать это, так проще будет. Ну вот, смотрите, у вас есть... Как всегда.
Окей, ладно. Вот ваша, вот вся ваша аудитория. Предположим, наш алгоритм работает как, не знаю, там, остаток отделения по модулю, просто меньше, больше значения. Например, если мы берем 256, то мы можем поделить, ну, собственно, на 256 кусочков. Ну, понятно, что мы можем брать меньше, там, 128, больше 128, ну, и сужать таким образом, играться с аудиторией. И, ну, и запускать столько-то экспериментов. Как вы видите, при таком подходе в какой-то момент есть вероятность, что кто-то запустил эксперимент, и вы запустили эксперимент на одной и той же аудитории, и вы можете получить весьма странные результаты, абсолютно неинтерпретируемые. То есть непонятно. Ну, еще базовая такая мысль. При экспериментировании старайтесь в основном манипулировать одной независимой переменной, то есть одним параметром. Изолируйте в разные эксперименты модификации разных параметров, то есть жадный подход, потому что так будет вам проще потом при аналитике и при сравнении. Вот. Что делать будем? Я уже вам сказал, правда, но мне кажется, вы не до конца осознали. Случайное число прибавить и также брать остаток отделения. Ну, прибавить мне не очень нравится подход, потому что, ну, тут мы... В принципе, это тоже некоторый уровень рандомизации нам добавляет. Вы сказали XOR. Да? Ну, XOR мне больше нравится, да. Но можно использовать какое-нибудь, да, еще дополнительное хеширование. Какой-нибудь мур-мур-хэш накинуть сверху, на всякий случай. Таким образом, мы получаем другой сплитинг аудитории. Вот, например, вот так вот уже. И почему в данном случае нам не страшно пересечение по экспериментам? Ну да, потому что у нас получается, что на части аудитории у нас будет равномерно размазан эксперимент, который запустила другая команда, и таким образом мы получаем, ну, собственно, изолированный анализ именно нашего изменения с нормировкой как раз, с выравниванием эксперимента, который мог бы нам помешать по другой команде. Окей. Вернемся теперь к ABB. Конечно, классно, что у нас есть вот хеширование, есть остатки отделения, мы разбили нашу аудиторию, но есть разные ситуации, в которых, ну, обычно это работает нормально, скажем так. Но, предположим, вы взяли какую-нибудь переменную, по которой сплитите не user ID, а какой-нибудь, не знаю, там, city ID или что-то подобное. Я не знаю. Зачем это понадобилось? Ну, например, какие-нибудь геоинформационные исследования. Вам нужно сравнить два города. Каких-то, не знаю, геоточки сравнивайте. По понятным причинам ожидать, что распределение вашего изначального признака, который вы хотите померить при таком типе рандомизации, ну, может не быть эквивалентно. То есть поэтому нам нужно сравнить, что у нас, если мы сделаем точно такой же сплитинг в нашей изначальной подгруппе, разобьем ее еще на две части, на АА и ББ, и запустим эксперимент, что они не разойдутся. Понимаете? То есть мы отдельно, еще дополнительно, у нас есть условия А, условия Б, мы условия А дополнительно еще разбиваем на две части, не меняя условия, оставляя то же самое условие, но используя просто дополнительный, ну, как бы, еще один шаг рандомизации. Запускаем эксперимент и потом делаем дополнительный контроль, что у нас АА не отличается друг от друга, и ББ не отличается друг от друга, потому что у вас могло что-то сломаться, у вас могло пойти, не знаю, там, не знаю, сервак сгорел, вы это не заметили, часть аудитории начала пропадать из эксперимента и так далее. Вот этот двойной контроль позволяет вам убедиться, что если то, что вы запустили условия А, оно, ну, грубо говоря, при этой рандомизации осталось эквивалентно условию А. А условие Б осталось эквивалентно условию Б. И тогда
по-хорошему вы можете сравнивать тогда А и Б между собой. Потому что если у вас АА разъехалось и ББ разъехалось, значит, у вас 100% эксперимент хреновый, и что-то пошло не так. Да? Мы в итоге вместо того, чтобы делить весь набор данных на две части, делим теперь на 4. И... Делите на 4, но условия всего еще 2, да. Да, две части на условия А, две части на условия Б, и потом сравниваете условия А с условием А и проверяете, что оно, ну тут как бы, тут вам хорошо, наоборот, чтобы сыграла H0 гипотеза, что условия ничем не отличаются. Ну а между сравнением А и Б вам как раз хотелось бы, чтобы сыграла H1 гипотеза, что они достоверно отличаются, ну обычно. Следующий план эксперимента. Я не знаю, насколько на самом деле это стандартное обозначение уже с минусиками и с плюсиками, но я решил покреативить. Суть простая. Ну, тут можно как бы еще без двойного тестирования, в принципе, просто А плюс Б минус использовать. Ну, можно с двойным тестированием. Суть та же самая, что после нашей рандомизации нам нужно проверить, что до рандомизации наших выборок у нас все еще, что у нас наши подвыборки, вот эти новые, были эквивалентны. То есть нам нужно сравнить до начала эксперимента, нам нужно сравнить, что в прошлом при такой рандомизации по условию А и по условию Б мы что они у нас, ну, грубо говоря, не разъезжались до этого. Ну, почему это может быть? Ну, предположим, что кто-то из наших коллег уже запускал какой-то эксперимент. А если мы запускаем чаще всего эксперименты на людях, то у людей, вы не поверите, есть память. И они даже бывают обижаются, если им делаешь плохой интерфейс или что-то подобное. И это влияет как на денежки, так на клики, и на просмотры ленты и так далее. Поэтому желательно до начала эксперимента вашего, когда вы думаете, что вот прямо сейчас бомбанет, заранее проверить, что выборки, на которые вы поделили людей, между собой не отличаются. Либо отличаются, но, ну, грубо говоря, какую-нибудь... Ну, там на самом деле анализ ошибок отличия — это отдельная задача, потому что если у вас выборки отличаются на константу, грубо говоря, примерно, и описывается понятным распределением, а не как каким-то непонятным, который вы не понимаете, что с ним сделать. То с этим тоже можно работать, но окей, пока по-хорошему для простоты можно просто проверять, что выборки между до эксперимента эквивалентны между собой. И поэтому, ну, собственно, можете потом быть уверены, что то, что вы запускаете, скорее всего, как раз повлияло на те отличия, которые, возможно, вы будете наблюдать. Ну, понятно, это не исключает схему, что вы можете также дополнительно сравнить АА с ББ. Просто дополнительный вводите еще этап сравнения с историей. Еще дополнительно хорошей практикой является сравнение А плюс и А минус. Ну, то есть А в будущем и А в прошлом. То есть вы можете как сформулировать ваши гипотезы. Первое. Для зависимой выборки, ну, грубо говоря, можно сказать, для зависимой выборки. У нас что-то было, мы запустили на выборку А наши условия. Можем сравнить, что условия в будущем по выборке А стало лучше, чем условия в прошлом по выборке А. Понятно, тут есть много недостатков у этого сравнения. Давайте подумаем, какие. Мы как-то контролируем промежуточный этап? Ну, а в прошлом, а в будущем? Ну вот у нас есть, у нас было как есть, мы придумали новую фичу, запустили на группу А,
можем сравнить, ну, мы запустили, предположим, по этому плану, но у нас как бы есть данные, по которым мы можем сравнить, что стало с группой А, было в прошлом и в будущем. Угу, почему? Или лучше? Но тоже почему? Ну, я бы сказал, что у нас чаще всего в естественных процессах есть какая-то периодичность, сезонность, трендовость и так далее. Если вы, например, запускаете ваш эксперимент, не знаю, там, в начале недели, да, или в середине недели, то понятно, что динамика на выходных будет отличаться от, если вы возьмете, например, несколько дней всего лишь, например, запустили в четверг, да, а потом, ну, у вас есть среда, например, взяли 3 дня для анализа назад, там, не знаю, среда, там, не знаю, вторник, понедельник. И после взяли пятница, суббота, воскресенье. Пришли в понедельник, вот классно, давайте проанализируем, как наша фича сыграла. Ну, и предположим, не знаю, там была дождливая погода, все люди сидели дома и залипали в соцсети. У вас сыгрануло все, скакнули метрики. Или наоборот, была солнечная погода, все люди на выходные свалили, и у вас все упало, аудитория упала. Никак не сыграло. Ну, по понятным причинам нас это не устраивает, мы не хотим зависеть от сезонности, поэтому у нас есть как бы контрольная группа какая-то, условия Б, с которой мы можем сравнить, где, например, какое-то другое изменение. И такое сравнение гарантирует нам как раз устойчивость к сезонности и к изолированному измерению эффекта по именно нашему условию, которое мы хотим измерить. Плюс дополнительно мы можем проконтролировать, что мы не налажали в рандомизации подгрупп, потому что это основа эксперимента, используя дополнительно еще АА, не А минус А плюс, а еще, например, АА и ББ дополнительно. И, ну, собственно, мы можем еще сравнить, что до начала нашего эксперимента группы А и Б не отличались. Вот как-то так. Кажется, что довольно сложно, да? В принципе, вся эта манипуляция, даже с точки зрения пост-анализа, довольно много происходит, ну, так сказать, условий каких-то ограничений. И что самое неприятное во всей этой системе, подумайте. Давайте вот с рекламой, там это чаще всего просто применяется, ну, или там, не знаю, в маркетинге. У вас есть 2 условия каких-то, да, и одно сливает деньги, а одно, например, ну, приносит, ну, не настолько много, чтобы, ну, в любом случае, даже сколько бы оно ни приносило, пока вы делаете замер, собираете данные, да, у вас какая-то часть аудитории сливает деньги. И для того, чтобы делать всякие сравнения, понятно, что вам нужно направлять туда довольно большой объем трафика на условие А и на условие Б. Ну, предположим, у вас 2 условия. И держать довольно продолжительное время, чтобы набрать какую-то статистику. И все это время, пока у вас есть какое-то неэффективное условие, вы, например, теряете деньги. После этого нужно еще сделать некоторый пост-анализ, стат-анализ, проанализировать всякие выбрать критерий, всякие, если множественное сравнение, вот эти поправки внести, довольно много условностей и работы. Поэтому в последнее время становится популярен немножко другой подход. Он основан на байесовской статистике. Называется он оптимизация многоруких бандитов. Тут решили соединить лучшие из двух миров. Первое. А что если мы можем одновременно и оптимизировать какую-то переменную, и сравнивать? Ну, то есть, по понятным причинам, например, если мы что-то, ну, у нас есть 2 условия, и мы видим, что одно условие явно начинает доминировать над другим в какой-то момент времени, по какой-то причине, не знаю, солнце зашло, вы не поверите, но это тянущий фактор в некоторых, ну, собственно, сервисах. Вы можете увеличить объем трафика в этот момент, в другой момент снизить объем трафика. Ну, то есть, получается таким образом, что у вас некоторое
постоянное динамическое идет сравнение условий между собой. Это динамическое сравнение условий позволяет также понимать, в какой момент одно из условий выигрывает второе и направлять туда больше трафика. И таким образом, ну, собственно, происходит одновременно и оптимизация метрики, ну, например, деньги, и сравнение двух выборок между собой. Многорукие бандиты — это, ну, я думаю, вы все их видели. Изначально это просто какие-то были игровые автоматы с ручками, за которые надо было дергать, и, ну, понятно, там происходила какая-то, предположим, честная крутилка апельсинов, бананов, там, чего-нибудь еще. Если не попали в определенную какую-нибудь комбинацию, то вы выигрывали деньги. Тут, в принципе, задача похожа, поэтому это называется многорукие бандиты, что у вас есть несколько ручек. Ручки — это, по факту, условия, которые, ну, вы измеряете. Вы можете за эти ручки как-то дергать, и ваша задача — максимизировать выигрыш, который у вас есть, ну, за определенный момент времени. Дальше будем рассмотрим все относительно класса биномиального распределения. Потому что по факту это простых распределений, во-вторых, для него есть реально доказательство сходимости этого алгоритма. Для всех остальных, насколько я помню, нету или есть какими-то серьезными ограничениями. Плюс, ну, чем хорошо биномиальное, ну, частное случае распределение обернули, тем, что в бизнесе часто можно сформулировать большинство задач, исходя из как раз смысла этих распределений. Ну, смысл распределения, ну, как бы, биномиальное распределение, это у нас, ну, если известна некоторая вероятность выигрыша, то мы можем, ну, посчитать, ну, собственно, вероятность из N попыток K выигрышей, как раз используя, ну, типа, биномиальное распределение. Частный случай биномиального распределения — это, ну, это CSNPK, если вы помните, что вот этот значочек. Комбинаторику помните? Факториал, что такое, да? Ну, это просто CSNPK. Ну, P — вероятность выигрыша, ну, типа, N — количество испытаний, K — количество выигрышей. Частный случай, ну, собственно, распределение обернули. Это когда у нас, ну, собственно, попытка одна. Ну, это по факту вероятность успеха или неудачи в этой попытке. Ну, дальше с ним будем про него больше рассказывать. Ну, чаще всего, понятно, бандитов применяют, где у нас много экспериментов. Это стало, ну, как бы очень активной развязкой, у нас появились онлайн-эксперименты. То есть, когда у нас пошел в основном интернет-трафик, и нужно было в интернете экспериментировать, где у нас очень большое количество испытаний, в которых мы можем, ну, собственно, получить либо успех, либо неудачу. Ну, в контексте с рекламой это что такое успех, что такое неудача может быть. Успех — это вы показали баннер, на него кликнули, да? Неудача — вы показали баннер и на него не кликнули. Ну, собственно, вы потеряли денежки. Ну, одни из первых, вообще-то, Yahoo начали как раз применять и двигать всю эту тему, потому что там умные ребята были. Ну, как вы понимаете, успех, неудача, описывается, обернули, все классно. А теперь немножко про априорное спряженное распределение. Короче, смотрите. Экспресс-курс в байесовскую статистику. В байесовской статистике есть понятие прайора. Это априорное распределение. В чем отличие от частотной статистики основной байесовской? Частотная говорит, мы ничего не знаем про данные. Мы вот считаем частоты наши, частотная интерпретация вероятности и все вот это. Байесовская говорит, ну, как бы глупо так делать, потому что мы все-таки что-то знаем про данные и про процессы, которые порождают эти данные. Поэтому мы можем использовать некоторую априорную информацию, prior, то есть для того, чтобы, ну, делать какие-то стат-выводы и описывать какие-то процессы.
Тут, ну, собственно, обычно как это работает? У нас есть некоторое наше базовое распределение, в данном случае распределение Бернули, для которого, ну, собственно, мат ожидания — это как бы вероятность выигрыша, ну, и, собственно, тот параметр, который основной в этом распределении. Ну, вероятность успеха. И мы говорим, что этот параметр тоже имеет некоторое распределение. То есть не точечная оценка, а именно, что мы считаем, что наш что параметр распределения Бернули, в данном случае, это он же мат ожидания выигрыша в Бернули, имеет бета-распределение. Но бета-распределение является как раз сопряженно априорным, биномиальным распределением. Ну, поэтому, ну, они из одного, грубо говоря, они из одного этого же класса распределений. Оно только нормированное, получается, на бета-функцию. У бета-распределения у нас есть два параметра основных. Это, ну, как бы А и Б. И конкретно в интерпретации с распределением Бернули мы можем очень интуитивно понятно их интерпретировать. Ну, альфа — это у нас количество успешных испытаний, количество кликов по баннеру, да, например. Бета — это количество показов, которые не привели к кликам. Ну, собственно, среднее значение считается как отношение альфа к альфа плюс бета. Вот. Хорошо. А теперь как же из всего вот этого перейти к многоруким бандитам и к экспериментированию? Смотрите. Мы знаем prior бета-распределение, мы, зная параметры prior, можем их апдейтить, согласитесь. Ну, то есть, когда у нас появляется новая дополнительная статистика, мы можем как раз, ну, грубо говоря, вот у нас есть баннер А, баннер Б, баннер С и баннер Д. По баннеру А у нас было сделано 100 показов и 10 кликов CTR 0.1. Ну, альфа — это 100, получается, бета — 10, да? Баннеру Б было сделано, например, 1000 показов и 7 кликов. Ну, чуть похуже уже статистика, да? Хотелось бы, наверное, поменьше уже показывать, чем баннер А, который пока что выглядит более перспективный. Ну и так далее для С и Д. Мы подставляем вот эти значения в бета-распределение. Ну, собственно, 100 показов, альфа равно 100 и бета равняется, например, 10. Ой, наоборот, там альфа успешный, но получается альфа 10, бета 100, например. И делаем сэмплирование из этого распределения. Всем понятно, что такое, все понимают, что такое сэмплирование. То есть алгоритм сэмплирования из бета-распределения, скажу честно, не очень простой. Но в Java он, например, реализован, в Scala тоже, в Python тоже, практически во всех языках он реализован. Не буду на этом останавливаться, просто все понимают, что такое сэмплирование. Отлично. Нет, не минус, это тире. Ну, смотрите, нет, неуспешных испытаний. Да, неуспешных, когда не нажали. Показы всего 100, 10 раз нажали. Ну, если мы считаем показы, ну, понятно, что тут можно считать, что мы считаем показами, да? Показы — это когда не нажали. Когда не нажали. Понятно, что если мы считаем цепочку, типа показ, клик, да, и суммарно считать количество показов, которые не привели к кликам, ну, то, наверное, было более корректно действительно сказать количество показов, которые не привели к кликам. Вот, то это как раз количество неуспешных испытаний. Если мы учитываем показы, которые привели к кликам, то действительно нужно отнять. Тогда получается, ну, правильно. Вот. Сэмплирование. Да, сэмплирование.
Ну, называется на самом деле Thompson Sampling, как раз используется для сэмплирования всей этой штуки. Ну, наверное, более интуитивное понятие сэмплирования — это когда вы из этого распределения генерируете некоторую случайную величину, которая при большом количестве испытаний, ну, собственно, будет давать вам то распределение, из которого вы изначально его генерируете. То есть у вас есть распределение с некоторыми параметрами, вы начинаете генерировать случайную величину по определенному алгоритму, и при большом количестве испытаний у вас, если вы построите как бы гистограммку, сделаете стат-тест, то у вас получится то же самое распределение, из которого вы изначально его генерировали. Ну, смотри, например, вот если ты возьмешь выборку какую-то, вот такая типичная техника бутстрэппинга, например. Это не кассандровский бутстрэппинг, просто бутстрэппинг. Когда у нас берем, например, из какой-то совокупности, у нас какие-то данные, разные подвыборки, и считаем что-то, не знаю, среднее значение. То там по ЦПК, да, ЦПТ, извините, получается, мы получим нормальное распределение. Ну, если изначально в наших данных было нормальное распределение. Мы делаем некоторый сэмпл, считаем, получаем то распределение, изначально из которого мы генерировали этот сэмпл. То есть изначально мы взяли какое-то случайное значение, еще взяли случайно, еще надергали, и получили в конечном итоге, ну, собственно, то распределение, которое, да, из которого мы генерировали. Это следующая часть алгоритма. Хорошо, теперь вы знаете, что такое, как описывается процесс изначальный. У нас есть бета-распределение, которое описывает основной параметр этого процесса. Ну, понятно, что выход, ну, собственно, бета-распределение с этими параметрами — это как раз описание среднего для, ну, как бы основного параметра. В данном случае просто, ну, среднее совпадает с параметром для распределения Бернуля. И таким образом мы можем, ну, начать задачу оптимизации. То есть мы можем либо как-то что-то отранжировать. Ну, то есть, например, как вы думаете, кто пользуется Netflix'ом? Вот вы, наверное, заметили, что если, ну, листаете их ленту, да, то у вас разные обложки иногда показываются. То есть иногда там полуголую девушку покажут, иногда полуголого мужика или там кровяку какую-нибудь. Все зависит, ну, как листаете. Вот, насколько я помню, они как раз применяют похожий подход. Они считают как раз, вот они показывают эти разные, у них есть подготовленные обложки для каждого сериала, там, фильма и так далее. Они считают, вот как раз показывают вам эти обложки, ну, большой аудитории, понятно. Считают, собирают как раз клики, показанные эти обложки, ну, с дополнительными какими-то срезами, типа возрастная группа, пол, там, финансовый статус, еще что-нибудь. Вот. После этого у них, ну, как бы, эти обложки начинают конкурировать между собой на показ. При помощи бета-распределения они делают для каждого запроса на показ как раз переоценку. То есть они сэмплируют для каждой обложки, например, предположим, ну, или для каждого фильма, не знаю, там, можно по-разному организовать это. Из этого распределения с теми параметрами, которые сейчас, ну, на данный момент доступны, ну, то есть, ну, это количество кликов, количество показов, и получают оценку вот как раз для распределения Бернули, на основе этого могут и ранжировать эти обложки и выбирать на, как они, грубо говоря, на данный момент наилучшую, не жадно. То есть основной момент, что тут они это делают не жадно. То есть что можно было бы сделать? Можно было бы просто посчитать CTR для каждой обложки и всегда вам показывать его с наибольшим отношением кликов к показам. Вот. Но тут процесс быстро зациклится. Наиболее популярные, ну, как бы,
все забьют, не знаю, там, и никакой ротации не будет абсолютно. Тут мы что получаем? Мы получаем exploration, мы получаем динамический сплитинг трафика, потому что в какой-то момент то, что было когда-то популярно, оно уже может перестать быть популярно. И поэтому хотелось бы иногда ротировать и, ну, собирать новую статистику по тем обложкам, которые, ну, еще либо недостаточно набрали этой статистики, либо давно не показывались. Таким образом, как раз мы, сэмплируя с бета-распределения, гарантируем, что процесс в конечном итоге сойдется к тому распределению с наилучшими, ну, доминировать будет то распределение, с которых мы оцениваем, у которого наилучшие параметры в долгосрочной перспективе, когда у нас очень много экспериментов. И, ну, соответственно, решаем задачу, во-первых, оптимизации, показываем не наихудший и не наилучший, а оптимальный в данном случае, набор в данном случае картиночек. И можем, ну, собственно, сплитить трафик, показывать больше-меньше, потому что как только становится какая-то популярна, она получает, естественно, больше трафика, чем то, которое задвигается вниз. Ну, получаем такой динамический постоянный эксперимент. Особенно хорошо для холодного старта использовать, когда про вас ничего не известно, кроме там каких-то базовых SDM характеристик. То есть сэмплируем, ранжируем, как-то либо ранжируем, показываем, либо ранжируем, выбираем наилучший, показываем. Это процесс сходится за счет того, что при большом количестве испытаний мы приходим, все-таки выбираем оптимальное распределение. Из плюсов у нас все еще каждый элемент имеет возможность, некоторую вероятность попасть на рассмотрение и показаться. Это позволяет ему набирать статистику. И поэтому, ну, собственно, если он в какой-то момент становится эффективным, то он начинает двигаться вверх по этой, ну, собственно, лестнице распределений. И, ну, что-то произошло, не знаю, резко стали популярны отрубленные руки. И начинает двигаться вверх. До этого они не были популярны. И поэтому, ну, собственно, как вы понимаете, получается довольно много плюсов. А что за случайная величина в случае с обложками при сэмплировании? Ну, это вероятность как раз того, вероятность успеха. Вероятность успеха — это вероятность того, что вы кликните на данную обложку. Ну, то есть также есть показы, там портлеты, показы и... Ну, понимаете, что то, что такое вероятность успеха, это вот как раз вы должны регулировать. То есть есть вот так называемые прокси-метрики. Прокси-метрики — это, то есть понятно, что никому не интересно то, что вы кликнули на этот, на фильм или на сериал. Интересно, чтобы вы его посмотрели. И посмотрели рекламу, которая была в этом фильме или сериале закрыта, зашита. Вот. И поэтому... Интереснее, на самом деле, оптимизировать просмотр, а не просто клик. То есть то, что вы взяли и посмотрели, например, 10 минут от сериала. Можно сделать вот такой таргет, например, и пытаться его оптимизировать. То есть негатив будет, например, что вы пролистнули вашу сессию, которую вы смотрите. Позитив, например, что вы посмотрели больше 10 минут. Вы можете использовать такой таргет. Просто чаще используют более простые, потому что по ним, во-первых, быстрее набирается статистика, их больше, и, ну... В основном из-за этого их проще считать. Вам примерно хотя бы стало понятно, как это работает? Сможете сами реализовать? На самом деле, с точки зрения реализации, это самый тривиальный алгоритм, потому что, с точки зрения, если реализовывать с нуля, это супер нетривиально. А если просто использовать готовые библиотеки, то все, что вам нужно сделать, это определить, что такое плохо, что такое, если ваша задача попадает в эти характеристики, что такое хорошо, взять готовую реализацию бета-распределения из какого-нибудь Apache в Mass, или, не знаю, не помню, что там где в Java это есть, но он точно в Java есть, мы оттуда используем, пихнуть эти два параметра, вызвать метод sample, все. Получить некоторое, ну, как бы, ранжирование. С точки зрения холодного старта, еще раз напомню, очень хорошо работает. Есть один момент, который тоже вам следует помнить на всякий случай. Если вы начинаете собирать статистику с какой-то выборки, то в какой-то момент вас начнет аффектить обратная связь.
потому что вы собираете статистику с той же, если будете собирать статистику с той же самой выборки, на которой вы производите ранжирование, то у вас получаются смещенные оценки. Поэтому рекомендую, если будете когда-то что-то подобное делать, оставлять некоторую подвыборку без работы этого алгоритма, на который вы можете собирать статистики честные, не смещенные, грубо говоря. И таким образом, ну, вы можете, понятно, эту подвыборку постоянно двигать как-то, чтобы не получилось так, что, ну, кто-то постоянно страдает. И получать, ну, собственно, более достоверные результаты таким образом. Ой. Так, на самом деле у меня на сегодня все. Я вам вышлю завтра задание. Оно будет как раз на применение стат-критериев. Будет файличек. По нему нужно будет как раз сделать грамотный стат-вывод. Ну. А? А, я залью, да.